Сейчас середина сентября. По моим предыдущим знаниям, это примерно середина, вернее, крайние дни уже сейчас идут, когда можно высадить сидират в подзим. То есть он поднимется еще не до цвета, если я обычно горчицу сажаю. И такой массой зеленой идет в зиму. Поэтому старый сидират сейчас был здесь у нас горчица сантиметров 40. Я его скосил триммером, вот он лежит здесь пластами. И вот этим моим электроплугом запахиваю сидират в грунт. Свежий, зеленый, только что я его, по сути дела, скосил. Потом посею новый сидират и зафрезерую этим же культиватором, только фрезами. Вот как-то так.